Не крутись, первый по затылку не бьет. Не лети, гази, на ногах двигайся, не лети. Стоп! Команду слушаем, оба. Не крутить! Гаси, не кидайся! Дистанции, крене! Право-левый! Кидайся, говорю, право-левый! Джеб уверенно туда! Аккуратно! Гаси, уверенно, крене! Право-левый! Уверенно, говорю, вот это работа! Стоп! Тайм! Смотрите! По затылку он бил! Он бил, брат! Это кожа, говорю. Боюсь, вторая, по затылку бьет. Бойцу минус балл. Ребята, нужно драться честно, по затылку не бьем. Договорились? Не заводись, они спали. Да, бла! Я думаю, мы все с вами понимаем, что мы видим гораздо больше, чем просто спортивный интерес в этом поединке.
Локтем не бьем. Первый. Файт! Не заводись. Стоп! Стоп! Эй, локоть! Пускаем. Локтем, лед, судья, повнимайте. Дави на него, сюда его. Дави, уверенно, отватим ближнего. Дави ближнего, мы что там не можем. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.
делаем. Время, время, время. Стоп! Стоп! Поаплодируем этим воинам! Я не слышу ваших аплодисментов! Они заслуживают большего! Мы добрались, и сейчас узнаем развязку этой драки и принципиального сражения, из которой победителем вышел Анис Челаев по прозвищу Охотник. Спасибо! Анис, извини меня. Я хочу поправиться. Никак в мою голову не лезет. Однажды я неправильно говорил имя Искандара, и он мне вбил это понимание. Теперь может когда случится с тобой. Как правильно? Анис. Анис Челаев по прозвищу Охотник. Зол теперь и на меня. Добыл победу в этом бою и доказал, какой обещал, что он действительно настоящий претендент на перстень. Расскажи нам, рад ли ты, что наконец-то закончилось ваше принципиальное противостояние? Всем ассаламу алейкум, Москва, добрый вечер. Никакого принципиального поединка не было, это чисто спортивный интерес. Гази хороший парень, хороший спортсмен. Мы сегодня разделили тут этот ринг, сейчас пойдем пить кофе с ним. И пожмем руки. Всем спасибо. Моей команде, моим братьям. Сергей Александрович Иванов, мой тренер. Спасибо большое за подготовку. Спасибо организаторам. Все на высшем уровне. Мне нравится тут драться. Спасибо тебе, Даня. Еще хочу сказать. Мне нужен шеф-повар. Пусть он посмотрит мне в глаза. Где он? Где шеф-повар? Он мне нужен. Шеф-повар, заходи сюда, посмотри в мои глаза. У тебя то, что принадлежит мне.
Real Champ Искандар Зиев! Как ты считаешь, заслужил ли он это противостояние? Но он меня ничем не удивил. Я знал, что он победит на 60%. Я не говорил, что я победил. Ты не ставил на меня. Ну, я говорил 50 на 50. Потом смотрю по первому раунду, я сказал то, что выяснится. И получилось, ну, то, что получилось. Ты победил, вопросов нет. Face to face? Да, думаю. Давайте проведем первый face to face между этими войнами. Это по праву мое. Мое, на моей руке. Я заберу, не быкуй тут. Я заберу. Let's go, Jeff! Новая пора!